После вчерашней истории с миской воды я решил сегодня набрать Деньке полную ванну и посмотреть, будет ли он бултыхаться здесь. А то многие вчера в комментариях писали, что он там отражение свое видел и пытался познакомиться. А кто-то писал, что он фонтанчик имитировал или полы пытался помыть. В итоге и те оказались неправыми. Мне кажется, что Денька просто хочет плавать и нырять.